13 лет, все
всего 13. Заболевание смертельно, нужно опираться в больничной койке, совсем одна в реанимации. Одно желание у Бога — в живых остаться. И прожила так мало, но часть начала хочется. Те, кто смирился спать, уже она все молится. Врачи продают жизнь девочки, 70 тысяч евро денег у родителей нет. Осталось только вера, отец просит помощи, молит всем сердцем. Ответ слышит: это не в нашей компетенции. Что делать? Услышь хотя бы ты, Боже. Три дня пройдет, и уже ничто не поможет. А каково ей жить с диагнозом лейкоза? От своей дочери родители скрывают слезы, обнимая ее, понимая, что уже поздно. От своих родителей дочка скрывает слезы. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Но все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни. Последние невнятные слова, вздох последний, и умерло дитя. Душа ушла на небо, мир волшебный, надежда. Последняя надежда растаяла, как сон. Ушла тихонько в бездну, бесполезно молить людей, молить о помощи. Чужое горе, ведь для их внимания не стоящее. Мать с отцом, стоя на коленях пред могилой, плачут над плитой. Рано сердце не зажила, цвето какой-то милый рядом растет красиво. Растет на фоне жизни, на фоне жизни лживой. И смотрит куда-то в небо взглядом чистым, таким живым, детским, таким привычным. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни. Она хотела жить и не хотела умирать, хотела любить, хотела чувствовать. Но все они не помогли, они не люди, они, наверное, оборотни.